Дорогие братья и сестры, и пользуясь этой возможностью, хотел бы вас призвать совершить пожертвование на телекомпании «Союз», потому что она содержится на ваше пожертвование. И вы видите, что здесь такая собралась группа подвижников, которые стараются послужить вам. И они используют все те технические возможности нашего времени, замечательные возможности, которые можно употребить не во зло, а во благо. Так что прошу по мере вашей силы и возможности поддержать вот эту телекомпанию «Союз». Спасибо. Заранее благодарю вас. Спасибо, Господи.